номер 352. Порядина Дарья, Мариуполь, тренер Сокальская Елена. Громкие-громкие аплодисменты нашим девочкам. Также третье место, номер 268, Клименко Дарья, Днепропетровск, Татьяна Субботина. Номер 301, третье место, Бобрушка Кира, город Днепропетровск, Амира, тренер Анна Дунаева. Третье место, номер 142, Щегорцова Маргарита, город Днепропетровск, Исида, тренер Елена Водопьян. Третье место, Хижняк Полина, Мелитополь. Номер 273, Грицюк Алена. Третье место, город Днепропетровск, школа Татьяна Субботина, тренер Татьяна Субботина. Номер 273. Место у нас занимает номер 175, Золкина Александра, Запорожья Академия Танца, тренер Зеленко Дарья. Второе место занимает Семигран Полина, номер 194, город Днепропетровск, Амарин, тренер Горбенко Елена. Также второе место занимает номер 300, Степанова Вероника, город Днепропетровск, Амира, тренер Анна Дунаева. Второе место занимает номер 241, Демченко Вероника, город Днепропетровск, Иман, тренер Мефёд Оксана. Второе место, номер 143, Ревутская Елизавета, город Днепропетровск, Исида, тренер Елена Водопьян. Номер 81 также занимает второе место, Пихур Мария, Красноармейская Лида, Клименко Екатерина, тренер. И мы переходим к первым местам. Первые места. Ульяненко Анастасия, номер 79. Красноармейск, Элита, Клименко Екатерина. Номер 52. Осадчая Анна, Красноармейск, Элита, Клименко Екатерина, тренер. Первое место, номер 351. Зорина Амалия, Мариуполь. Сокальская Елена, тренер. Также первое место, номер 50, Муханова Анна, Красноармейская Элита, Клименко Екатерина. Номер 270 занимает первое место, Гранник Ульяна, Днепропетровск, школа Татьяны Субботиной, тренер Татьяна Субботина. И первое место также занимает номер 239, Шкиднер Каролина, город Днепропетровск, Иман, Мефёд Оксана, тренер. Аплодисменты для наших девчонок. Следующая номинация — импровизация, Супер Бэйби, соло, дебют, золотой финал. Третье место, номер 144, Кислица Таисия, Днепропетровск, Исида, тренер Елена Водопьян. Кислица Таисия. Третье место, номер 353, Лёвина Людмила, Мариуполь, Хаймарис, Сокальская Елена. Вторые места. Чкан Анна, Мелитополь. Мерджана Саваги, тренер. Номер 82 занимает второе место, Барашка Кристина, Красноармейск, Элита, Клименко Екатерина, тренер. И первое место, номер 55, Рачек Владислава, Красноармейск, Элита, Клименко Екатерина, тренер. А также номер 51, Пономаренко София, Красноармейск, Элита, тренер, Клименко Екатерина. Следующая номинация — импровизация.
Радиостанция «Живой звук» «Бэйби Соло» дебют «Золотой финал». Третье место номер 271 Максимова Вероника, город Днепропетровск, школа Татьяны Субботиной, тренер Татьяна Субботина. Также третье место номер 272 Крахмаль Екатерина, Днепропетровск, школа Татьяны Субботиной, тренер Татьяна Субботина. Второе место номер 142 Чигарцова Маргарита, город Днепропетровск, Исида, тренер Елена Водопьян. Второе место номер 300 Степанова Вероника, город Днепропетровск, Амира, тренер Анна Дунаева. Номер 268, второе место, Клименко Дарья, город Днепропетровск, школа Татьяна Субботина, тренер Татьяна Субботина. И первые места, долгожданные первые места. Номер 70, Богачева Каролина, красноармейская элита, Клименко Екатерина. Муханова Анна, номер 50, красноармейская элита, тренер Клименко Екатерина. Девчоночки, 5 шагов назад, отходим назад, 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 назад. Еще. Также первое место в этой номинации занимает номер 301, Бобрушка Кира, город Днепропетровск, Амира, тренер Анна Дунаева. Следующая номинация – импровизация «Крошка Бэйби», соло-дебют, золотой финал. Номер 174 занимает второе место. Туриченко Арина, город Запорожье, Академия танца, тренер Зеленка Дарья. И первое место занимает номер 173, Лапонова Екатерина, Запорожье, Академия танца, тренер Зеленка Дарья. Следующая номинация – импровизация, живой звук, бэйби, соло, начинающая, золотой финал. Третье место занимает 269, Шлега Ангелина, город Днепропетровск, школа Татьяны Субботиной, тренер Татьяна Субботина. Второе место занимает номер 36, Бечарева Юлия, город Днепродзержинск, Амира, тренер Ананич Анастасия. Второе место занимает номер 37, Лобода Анастасия, Днепродзержинск, Амира, тренер Анич Анастасия. И первое место номер 35, Искрич София, Днепродзержинск, Амира, тренер Анич Анастасия. И номер 218, Соколенко Варвара, Кривой Рог, Армида, тренер Юлиана Гюлямзарова. Самойленко Варвара, Кривой Рог. Наградили тебя? Отлично. Импровизация «Живой звук» «Бэйби Соло» открытая лига, золотой финал. Второе место номер 49. Порубова София, красноармейская элита, Клименко Екатерина. И первое место номер 48. Братус Нина, красноармейская элита. Девчоночки, еще 5 шагов назад, это особенно те, кто там дальше у нас находится. Еще сильнее, еще отходим. Отходим дальше. Как же на вас родители всех будут смотреть? Как же? А ну еще дальше. Спасибо. Следующая номинация «Роксан Шарп» и «Крошка Бэйби Соло» дебют «Золотой финал». Первое место Пономаренко София, красноармейская элита. Следующая номинация «Роксан Шарп» и «Бэйби Соло» дебют «Золотой финал». Третье место номер 132. Несмачная Виктория, Днепропетровск, Исмауни, тренер Шара Елена. Номер 301 занимает третье место Бобрушка Кира, Днепропетровск, Амира, тренер Анна Дунаева. Третье место занимает номер 143. Ревутская
Елизавета, Днепропетровск, тренер Елена Водопьян. Третье место, номер 192, Хороженко Ксения, Днепропетровск, Амарин, тренер Карпенко Елена. Вторые места, номер 22, Тарасенко Лилия, Мелитополь, тренер Тарасова Татьяна. Бондарь Мария, номер 113. Второе место, тренер Маргарита Шейхали. Второе место, номер 268, Клименко Дарья, Амира, Днепропетровск, школа Татьяны Субботь. Номер 300, Степанова Вероника, Днепропетровск, Амира, Анна Дунаева, тренер. Второе место, номер 241, Демченко Вероника, Днепропетровск, Иман, тренер Нефёд Оксана. Второе место, номер 175, Золкина Александра, Запорожье Академия танцев, тренер Зеленка Дарья. Номер 351 занимает второе место, город Мариуполь, пальмарист, тренер Сокальская Елена. Второе место, номер 142, Щегорцова Маргарита, Днепропетровск, Исида, тренер Елена Водопьян. Номер 52, Осадчая Анна, Красноармейск, Элита, Клименко Екатерина, тренер. И мы переходим к долгожданным первым местам. Номер 270, Грани Гульяна, школа Татьяны Субботиной, тренер Татьяна Субботина.